Всем привет! Привет! Сегодня мы хотим поделиться с вами нашим маленьким открытием из магазина 99 центов. Мы купили какие-то новые конфетки и хотим их попробовать и рассказать вам свои ощущения. Значит, это вот такие вот конфетки, трюфели. Однажды мы уже показывали вам и сказали, что те трюфели в нашем понятии не трюфели. Значит, вот смотрите, что интересное по этим конфетам. Так, ну, во-первых, 150 грамм, 99 центов. В них нет ГМО, в них нет глютена, они подходят веганам, и в них нет молока. В них входит орех, шоколад и фруктовые кусочки, наверное. Катаринка, Fruit Bite — это что? Вот здесь вот написано. Ну, что за как там фрукты? Кусочки, да, каких-то? Так, ну вот давайте я вам покажу, значит, что они из себя представляют по фактам и ингредиентам. Ну, собственно, в общем, вы видите. Сколько калорий, сколько чего. Бла-бла-бла-бла-бла. И ингредиенты. Вот. Ну, и вот так вот они выглядят, как говорится, в развернутом виде. Сейчас Катаринка будет делать операцию. Надои. Я не хочу порезать. Не бойся, не порежешься. Вау. Так, ну вот. Похоже на шоколад, да? Сверху они как бы в какой-то посыпочке. Ну что, будем пробовать? Давай. Давай. В общем, вот берем по пол конфетки и делаем тест. Ну, мне не нравится. Тебе не нравится? Ну, что тебе не нравится? Ну, расскажи нам громко, поделись. Мне так сильно не нравится, как там peanut butter, и оно такое очень сильно dry. Dry – это что значит, сухое? Угу. Это тебе не понравилось, да? Ну, в общем, я не могу сказать, понравились они мне или не понравились. Если кто-то хочет, может посмотреть в нашей истории, другие конфетки есть. Те мне очень понравились. То на этих конфетах написано трюфельс. В общем, ну типа трюфели, да? Но мы покупали трюфель в Костко. И этот трюфель... Ну трюфель обычно он такой как бы посыпан, да, шоколадиком таким. Ну не знаю, но он похож на трюфель. Но вот сказать, что это трюфель, я не могу, потому что это просто шоколадные конфетки. Нет, это просто шоколадные конфетки. Это карамельное, такой новый вкус. Карамели сказать, это как-то глупо, да? Ну, в общем, карамельно-шоколадная конфетка. А вот это горький шоколад. У ней такая вот, знаете, вот такая жесткая оболочка, хрустящая. И внутри такая лежит как бы помадка. Эти можно выпить с чашечкой кофе. Или съесть с чашечкой кофе. Ну, в общем, с шоколадом, мне кажется, они имеют, конечно, мало общего. Ну, тут, в принципе, написано, что шоколад и еще 7 ингредиентов, в том числе орех, фрукты и в общем, что это вегановская штучка. Ну, конфетки, которые можно есть, но которые, если мы увидим второй раз, то мы их, наверное, покупать не будем, да? Ну, вот такой вот эксперимент, такой опыт, и, собственно, поделились с вами. Всем приятного аппетита и сладкого шоколада!